Ну, если все работу бросят, что же это будет? Успокойся, братишка, вот. Сказал, нормально будет, значит, нормально будет, хорошо? Бошки таким надо ломать. Ты слышишь, Колган, мнение народа? Не пугай его, мне было. Куда хочешь, отправляй, короче, и не ори его на меня, короче. Я говорю, лишнего ничего не сделал. Кто не работает, тот не ест. Пошел ты нахуй, говорю, ебать. Учи-то, братец, я его маму ебал. А-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Зачем ты, Колганов, пишешь туфту? Потому что надо было, брат. Работать! Всем работать! И черным, и серым! Я понял, братишка. Ну? Инцидент исчерпан? Без базара. А? Я говорю, пошел ты нахуй, говорю, ебай.